Друзі, ми продовжуємо, повертаємося до нашої студії. В нашій студії вже присутня сьогоднішня наша перша гостя. Інесса Біла, авторка соціальних проєктів та громадська діячка. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, і сьогодні будемо говорити про, знаєте, дитячі таланти в одну із перших черг. Взагалі про таланти українців, про те, як вони розвиваються, чи в достатньому об'ємі та на достатньому рівні. Так, ну це і є питання вже, так? Так. Чи... Спасибо, что пригласили на эфир. Вы знаете, у нас талантливых детей и вообще и взрослых очень много в Украине. Очень много. Но государственной поддержки, в принципе, как и спортсменов, у нас государство особо не поддерживает. Если мы проведем параллель вместе с Казахстаном, то в Казахстане идет очень большая поддержка государственная, на государственном уровне. И мы проводили мероприятия в Англии в 2018-2019 году. Поддержка государства Казахстан была очень большая, и деньги были выделены талантливым участникам, и они ехали в Великобританию защищать свою родину, показывать вот так свой талант. Тобто навіть у порівнянні з Україною, Казахстан також країна пострадянського простору. Тобто, ну, наскільки, чи можна якимось чином порівняти, на якому рівні у нас і на якому рівні у них? От щодо нашої підтримки. Ну, у нас поддержки очень... практически нет, а поддержка в Казахстане, повторюсь, очень большая финансовая поддержка этих артистов. Но у нас все роблять самотужки, артисты, и большой вклад в искусство это выделяют родители, спасибо им огромное, низкий им уклон, и, конечно, педагоги, которые тобто вкладывают... То есть это беспосередньо на державном уровне? Да, а у нас скорее спонсорство, так? У нас спонсорство, и, конечно, у нас спонсоры – это родители, и если найдут каких-то спонсоров, а сейчас в условиях экономической экономического кризиса, то, конечно, тяжело. Но сейчас мы перешли, вот, повторюсь, мы провели конкурс большой в 2018-2019 году в центре Лондона, Рудольф Штейнерхаус, где выступали замечательные артисты со всех стран. У нас участники представляют сейчас 38 стран. 38 стран, которые, они не были тогда в 2018-2019 году, но на данный момент вот мы перешли в онлайн-площадку. И сейчас мы на онлайн-площадке проводим вот такие конкурсы. И у нас... А скажіть, наскільки це ефективно? От, взагалі-то ми як звикли, да, у дитинстві нас батьки відправляють у якийсь кружок, да, і вони знають, що там дитина з такого-то по такий час, все нормально, вона там щось вміє. Що таке офлайн? Як можна стати, проявити свій талант офлайн? Онлайн. Ой, онлайн. Так. Онлайн. Смотрите, в условиях пандемії і кризису всі максимально перейшли на... онлайн-площадки. Потому что если ребенок занимается, он вот играл год, ему нужно фортепиано, она, как моя дочь, и ей нужно это где-то показать. Вот есть у нас академ-концерт в школе, а нужно отправить на конкурс ребенка, показать, какой талантливый ребенок, чтобы ребенок посмотрел на других детей. И эти площадки были моментально все закрыты, потому что пандемия, коронавирус, ездить, ограничения были большие. Поэтому мы сделали, кстати, до коронавируса, мы это почувствовали, сделали большую площадку онлайн для выступления этих же артистов. Скажу, что у нас, повторюсь, 38 стран участвуют. Это вы можете посмотреть на официальном сайте. А еще самое главное, что члены жюри, не просто это на словах, что это международный конкурс, это британский конкурс. Украина совместно с Британией организовали такой конкурс. Так вот, члены жюри, 56 человек из 18 стран, они оценивают эти работы, которые присылают. Но самое интересное, что у нас выступают не только дети, не только маленькие. Конечно, возрастная категория очень разная. Это до 5 лет и за 50. Вы знаете, мы одни из первых, ну я не побоюсь этого слова, года 4 назад не было за 50, чтобы участвовали в конкурсах. У нас... за 50, которые показывают свой талант. И вы знаете, очень приятно смотреть. Бывает, что участники за 70, и он говорит, а почему бы и нет? Я могу показать свой талант. А який самый талант?
Вот вы знаете, таланты разные. Скажем так, есть художники. Вот по художникам это вообще была очень интересная история. У нас член жюри, это президент ЮНЕСКО, Марина Спенсер-О'Нейл, она в Генуе. И работу прислала художница Наталья Жижко, картину. Она сама военная, она без образования, она любитель. И прислала эту работу на конкурс. Эту конкурсную работу посмотрела Марина Спенсер-О'Нейл, которая президент ЮНЕСКО в Генуе. И ей настолько понравились эти работы, что она пообещала Марине Жижко сделать персональную выставку. Wow. Да, в Италии, когда будет симпозиум ЮНЕСКО, когда соберутся все. Ну, опять же, из-за этих непонятных, Италия совсем закрыта. Вот когда будет офлайн, тогда, надеюсь, наша Наталья Жижко, которая военнослужащая, которая защищает нашу родину, обязательно покажет эти картины. Знаєте, насправді це дуже прекрасно тим, що, знаєте, люди, які, можливо, це мають як хобі, якийсь певний талант. Може, вони малюють, може, співають, може, танцюють. А вони мають можливість показати це, ну, навіть всьому світові. Так. Найголовніше, що ви створюєте можливості для наших дітей, для українців, також, ну, в одну з перших черг, знову ж таки, показувати свої таланти всьому світові. А отут випливає питання, можливо, воно частково риторичне, а з іншого боку, все одно цікаво. От як ви це бачите, так як ви займаєтеся організацією цього всього, а навіщо показувати свої таланти всьому світу? Дивне питання згодом, але... Хороший вопрос, дуже хороший вопрос. Ну, ви знаєте, от як у спортсмену. А зачем спортсменам добиваться каких-то медалей? Ну, он умеет хорошо там прыгать, бегать. Зачем? Зачем олимпиады тогда? Ну, им хочется показать, подвести итог того, что он за год сделал. Вы понимаете черту? Вот и музыканты, художники, они тоже хотят... А вдруг их заметят, вот как Наталью Жижко заметили, и пригласят. Но самое интересное, что мы для продвижения наших талантов, а они действительно со всего мира, 38 стран, вы понимаете как? И разный возраст. Мы создали такой сайт, как топ талантов мира. Раньше он был топ 100, сейчас мы поняли, что 100 это уже очень мало, и мы сделали топ талантов мира, где на этом сайте, в разделе, простите, размещаются самые талантливые люди, участники, художники, певцы, танцоры, музыканты, чтецы, которые композиторы, которые можно зайти из, во-первых, есть градация такая по странам, по возрасту, мужской, женский пол, и когда продюсер, вот телеканал, например, ЭКО-ТВ будет искать кого-то себе, проводить какой-то кастинг, и допустим, вам нужно будет на мероприятии какие-то певцы или гитаристы. Допустим, вы зайдете к нам на сайт, и вы сделаете себе Украину, и вы мужчина, женщина. Вот вам нужно будет до 5 лет или, допустим, кого-то постарше, например. У нас многие телеканалы уже этим пользуются, и Казахстан уже пользуется этим сайтом. Так что для себя уже такой кастинг, я вам скажу, уже проходит, и они вот находят себе таких талантливых людей. Тобто це якраз в першу чергу допомога людям для того, аби, знаєте, продвинути їх ближче до світу. І так само, я наскільки розумію, тобто ви займаєтеся дітьми для того, аби, ну, знову ж таки, вони бачили світ, вони бачили те, що вони займають певне місце в цьому світі. Тому що діти – це наше майбутнє, і я помітив таку тенденцію, що чим більше дитина залучена до будь-яких конкурсів, тим більше вона бачить, і тим більше вона ще хоче досягати. Вона побачила, що є людина така, то така. Не так, як, знаєте, просто ну, в селах, там, в обмежених можливостях. Діти в основному сидять, не їздять по конкурсах. А якщо там від області, або від твоєго села, або від твоєї школи сільської відправили тебе в область, вже поїхав і побачив, вау, там є такі-то такі люди, я буду розвиватися для цього. Чому ви відчуваєте своє покликання от, в цій діяльності? Знаєте, коли отримуєш... отмечают в Инстаграме или где, что «мама, посмотри, насколько я талантлив, гордись мной». А мальчику этому 31 годик, ну, я так утрирую, ну, так оно и есть. Вот вчера выложил пост, вы знаете,
И многие, вот как Наталья, она пошла учиться, ее начали приглашать, Жешко, она пошла учиться, она, ее приглашают на все телеканалы. Многие дети начинают идти вперед, потому что после этого конкурса, вот вы знаете, конкурс как ну, какое-то новое дыхание, новая жизнь. Такие, да? Да, новый поштов, которые хотят вот идти вперед и не останавливаться. Ну и, конечно, все хотят поехать. Лондон, надеюсь, что пандемия закончится и все поедут. Короче, с приводу Британії, то, наскільки мені відомо, там зараз поступово знімають коронавірусні обмеження. Тобто поступово все простіше, легше, незважаючи навіть на цифри, які там показують, які показують статистику. А у нас вводять обмеження. Угу. Ви розумієте, дуже складно сказати так. Звісно, там знімають обмеження, але так як конкурс, це всесвітній, мировий, і там повинні приїхати різні країни, это немножечко в данный момент ну, сложно получается. Поэтому мы пока остаемся на онлайн-площадке. Тем более для многих людей это получается дешевле, чем ехать в какую-то страну. Во-первых, нужно купить визу, нужно купить самолет, перелет, гостиницу и так далее. Так они отправили нам работу. Работу мы отправили членам жюри в разные страны, они их оценили. Через определенное время, через месяц, через два, эти оценки все висят на сайте. Самое главное, что здесь есть прозрачность, потому что в условиях, в данный момент, как перешли все в интернет, конечно, очень много появляется и шарлатанов. Как выявить, где шарлатан, а где... Вот. Очень правильний вопрос. Очень правильний вопрос. Я вас перебив, просто досить часто потрібно там якийсь внесок класти, а потім ти результати отримуєш, ну просто тебе оцінили, типу, ну ти на першому місці, умовно кажучи, або на п'ятому, а сенсу А з ким, звісно, а з ким ти був конкурс взагалі, з ким ти конкурував? Чи дійсні журі? Звісно, з ким ти конкурував, непонятно. Были ли жюри, непонятно. Где эти выложены работы, непонятно. Вот для этого мы все ликвидировали, во-первых. Всегда видеооценка жюри, который оценил работу. Тобто кожен учасник бачить відео. Конечно, на сайте это все видно. Да. Видео член жюри говорит, он может не о всех сказать, но те, которые ему больше всего понравились или не понравились, ну, член жюри это как они захотят, они наших гуру-артистов, так что это им виднее, кого отметить, кого не отметить. Вот они говорят. Дальше на сайте видно страна, возраст, категория, какая это есть, конкурсная работа, которая залита на YouTube, и каждый, кто бы там ни был, может зайти, баллы, которые были выставлены, ну и место, которое занято, и диплом для скачивания. Это в электронном виде. Если хотят уже диплом получить на дереве, там, с металлом, то отдельно они уже заказывают этот диплом. Инесса, скажите, будь ласка, вот на вашу думку, как вы считаете, чи кожна людина має талант? Я вам скажу, все люди талантливы. Нет такого, чтобы не было таланта. Только задача родителей, я говорю, у меня мороз идет по коже, разглядеть этот талант. И направить ребенка в правильное русло. Правильно. Не так, как хочется родителям. Как они хотели, там мечтали быть актрисами, певицами, может быть, балеринами. И они тоже даже давят ребенка. Дать возможность выбора дитю. Дать ему, конечно, и музыку, и балет. Конечно, ребенок в какой-то момент скажет, ой, ты знаешь, мама, и мне это неинтересно, это, и вообще не буду ничем заниматься. Родители должны ограничить его и сказать, вот у тебя есть 3-4 варианта, и ты должен выбрать, чем заниматься. Конечно, когда человек, ребенок чем-то занят, у него тогда не идет дурных мыслей в голову, он тогда занят, он чем-то занимается, тогда он, ну, тогда вот это свободное время посвящается любимому делу. И поверьте, когда ребенок вырастет, он скажет, родители, огромное вам спасибо, что у меня уже в столь маленьком возрасте, ну да, начиная уже там подростком, есть какая-то профессия. Потому что музыкант, пожалуйста, ты можешь уже преподавать, играть в ресторане, преподавать детям музыку, также актерское мастерство, также и танцы. И это уже закладывает детей уже
выборе какой-то профессии. Так, тому що от досить часто, ну, діти, може, не хочуть займатися. Може, у них немає бажання, немає... Конечно, якось... нет бажання. Конечно, лучше открыть телефон, посмотреть, да, ничем не заняться, а потом мы получаем то, что не нужно получать. Потом родители хватаются за голову, говорят, у него слишком много свободного времени и так далее. Нет, лучше как дисциплина, чтобы была. С маленького возраста все-таки занимать чем-то детей, чтобы они были заняты. Ну и участвовать, конечно, в конкурсах, потому что конкурсы. И вы знаете, очень приятно, когда тебя замечает член жюри, который живет, допустим, в США. И он говорит, вы знаете, вот такой-то человек, неважно какой возраст, очень талантлив. Не останавливайтесь на этом. Давайте идите вперед. Но я вам скажу еще самое главное – и огромное спасибо нашим педагогам, которые вкладывают в наших детей. Да, не все педагоги есть от слова «педагог», не все. Но те, которые с призванием «педагог», им огромное-огромное спасибо, что они видят талантливых детей, направляют их. Вони створюють, знаєте, людей, людина, напевно, що з нуля, тому що, ну, маленька дитина – це як, я не знаю, як... Ну, певно, що дійсно дерево як конструктор, тому що тут зараз ти буквально в 5 років, мовно кажучи, там змусив дитину займатися на тому фортепіано, а потім в 15 років вона вже не пам'ятає цього періоду. А так. вона вміє грати, вона може і співати вміє. А з великим рахунком це такий період, коли, ну, не знаю, що ще можна корисно навчитися. Не навчитися ж там, я не знаю, якимось принципам економіки. Звісно, і коли дівчинка виходить заміж, і вона вміє играть на фортепиано, или она умеет петь песню, или парень, который женится на девушке, и он умеет красиво танцевать. Это не значит, что он там стал даже танцором. Но почему бы и нет? Это огромный плюс и для него, и уверенность. А самое главное, что сцена дает уверенность в любой профессии. Кто бы ты там ни был, если ты выходишь на сцену, это будет не боязнь публики, или ты будешь депутатом, или ты будешь каким-то журналистом или директором какого-то маленького своего предпринимателя, президентом, да, у тебя уже не будет этого страха. Так что, друзья, участвуйте в конкурсах, не бойтесь. И самое главное, проверяйте, чтобы не было шарлатанов, потому что шарлатаны есть. И скажу, перебью, нужно посмотреть документы обязательно компании, какая это компания, какой сайт. Посмотреть отзывы, погуглить, сейчас это, в принципе, не так сложно, куда деньги отправляются, когда будут результаты, на каких сайтах это будет, потому что сейчас действительно очень много криминала. А скажите, криминала. Вот вы так с таким бажанием, с таким натхнением розповідаєте про конкурсы, и в вашем дитинстве вы приймали участь у конкурсах? Знаєте, от це дійсно питання виникає такий у мене, тому що, ну, ви так горите, палаєте цією справою. І тут є таке відчуття, ніби, знаєте, досить часто, коли діти чогось недоотримують в дитинстві. Ви знаєте, ви праві. Я завжди, коли їхала в піонерський лагер, раніше були піонерські лагеря, для мене була ціль привезти грамоти. Правда. І чим більше грамот, не просто їх, а от дійсно заслужено отримати. Для мене це була огромна ціль. Наверное, я хотіла бути актером, актрисой, играть в театре, в кино. Ну, где-то родители меня не услышали, где-то не поняли мои желания, наверное. Ну, как всегда часто это бывает. А вообще, знаете, что в детстве мне очень запомнился, это был второй класс, это был город Кривой Рог, 95-я школа, вам привет. А, был классный руководитель, кстати, до речи, там навчався наш президент. Ну, я таки зрозумів. Да. Зеленський, не наш. Да, и когда я была новенькая, я перешла с одной школы в 95-ю, второй класс, и когда была сценка, и, вы знаете, всех выбрали, нас эту сценку, Золушка. Какой собрал ведь президентом? Да. И вы знаете, меня не взяли. Меня не взяли, одного парня не взяли. Ну, мальчик был, он там немножко, ну, совсем двоечник был такой совсем. От слова совсем. А я, ну, я не считаю себя глупым там. Ну, вы запам'ятали цей момент на все життя. Для меня это была большая боль.
Знайома історія, майже ідентична. Для того не буду говорити, але насправді... То, що болить, що йде з дитинства. Ці ситуації показують, по-перше, те, що все йде з дитинства, а по-друге, те, що іноді ситуації деякі стають антиприкладом. Як не повинно бути те, що змушує тебе рухатись. Там, наприклад, ти чогось недоотримав, і ти такий, я зроблю все для того отримати, або отримати це повністю. І потім людина, навпаки, ще сильніше самореалізовується. Хтось, навпаки, закривається в собі. А хтось, навпаки, відкривається настільки, що... Нет, я доказала, що я можу. І ви знаєте, я з міста підказувала всім дітям цю сценку. І коли я кожен год їздила в піонерський лагерь, вам теж всім привіт, хто мене пам'ятає, ми цю Золушку, кожен пару з лагерів був від Криворожсталі, від міста Криворог. В Феодосі був лагерь, ми кожен год повторяли цю сценку Золушку. Я її знала навіть зараз. Покопатися десь в мислях, я її вспомню. Так що... Дорогие учителя, не обижайте наших деток. Они очень талантливые. Рассмотрите деток, рассмотрите, покопайтесь в них. Не всем дано быть математиком. И не всем дано быть, может быть, журналистом. Кто-то, вы знаете, будет замечательный айтишник. Найдите этого. На таких прекрасних словах, я думаю, що ми можемо завершувати наше інтерв'ю. Друзі, нагадаю, що в нашій студії була Інесса Біла, авторка соціальних проєктів та громадська діячка. Сьогодні говорили про прекрасне, про наше майбутнє, про наших дітей. Ну, в кого вони є, в кого ще немає. Але обов'язково будуть, і потрібно знати, як їх розвивати, навіщо їх розвивати. Ну, і знову ж таки, в першу чергу, яким чином. Тому дякую вам за наше інтерв'ю, друзі. Дякую. Не перемикайтеся, ми продовжуємо далі, якраз таки поговоримо про закордон, про ковідні обмеження, які ми дотично зачепили навіть в цьому нашому інтерв'ю. Тому не перемикайтеся, далі сюжет, а потім знову інтерв'ю.